Всем привет, это Pete the Drummer, и сегодня я хотел бы вам показать Fill In или Break, заполнение, как хотите называйте, которое состоит из пяти ударной дроби, которая исполняется следующим образом. Один удар и две двойки. Между том-томом первым и малым барабаном получается one double double double. То есть singles и doubles. Перевернутая пятиударная дробь. И вторая группа нот. Это 8 нот, исполнение их двойками. Сначала мы их исполняем первые 6 нот руками. Между тенором, теноровым том-томом и напольным флортом. Получается. Последние два удара в большой барабан. Получается ровно 8 ударов. Получается. Так далее. Значит, ну и теперь я сейчас соединю вместе. 5, 8, 5, 8. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Надо выбирать темп. Значит, получается, если мы играем быстро, вот так у нас сама фигура звучит. Значит, минус темп, минус дубль будет такой. Или, например, плюс. Вообще, наверное, это в соло играется. Лучше всего, наверное, показать. Например, мы играем, например. Ну, где-то вот так приблизительно. Еще раз. Значит. Очень неплохо звучит это, когда мы распределяем между другими инструментами, убирая, например, вот этот том-том и оставляем только вот малый, первый том-том и напольный том-том. Смотрите. Значит так. Так вот. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если потренироваться, можно очень интересные комбинации найти. Вот. Все. Надеюсь, что вам было интересно. Пока.